Всем привет, друзья! Вы на канале Dudaplay. И мы продолжаем играть Heels of Steel. Играем мы за Скорпиона. За большого, мощного Скорпиона, который будет уничтожать танки вот эти все. На! Будем в основном сейчас их жалом уничтожать. Готов. Следующий вот этого сейчас маленького. Отлично. Сейчас будем быстренько их уничтожим. И босса тоже. Где ваш босс, ребята? Так, вертолетчики полетели. Мне нужен где-то этот холмик такой найти. Хороший. Вот здесь, например, встану. О! О, поехали эти самолеты, смотри. Все отлично. Всех уничтожили. Тихо. Так, посмотрим, может здесь будет... Не, никого нет. Думаю, может вертолетчики опять полетят. А вот здесь, смотри, хорошее место. Есть, мы хотя бы одного мы сбили. Самолетчики. Идем дальше. Смотри, никого нету. Ни одного танка. Интересно. А, вот он стоит, смотри. На, сейчас будет босс у нас. Держи, получай. Так, а босс у нас не вертолетчик, а у нас армада. Ну ладно, едь сюда. Против меня, да? Так, давай. Ждем. На. Получи. Еще. Опа, все. Готов. Уничтожили босса. Два на два. Поехали тоже на Катюшу. Мы будем сейчас. Ух ты. Титан и Жнец. А, у меня тоже танки хорошие, наверное. Да ладно. Все, поехали уничтожать потихонечку. Во. Так, волну тебе не надо, слушай, сделать. Ну давай, 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 этот самый малыш. Все, меня уничтожили. Не, ну чё, ты чё так мало стреляешь? Раз, два, у него там залп, залпы, понимаешь? У него залпы и вот этого танка, залпы. Бесконечные. Не. Я покажу сейчас, как играть. Джокером. Его, кстати, можно улучшить у меня. Угу. Джокером вот так надо играть, смотри. Все, едем. Преимущество Джокера, что он стреляет бесконечно, понимаешь? Вот, смотри, вот, я стреляю, выстреливаю. Постоянно. Давай. Ракетки. О, я стреляю Джокером, видишь как? Постоянно. Все, уничтожили. У меня уже здоровья так мало было. Один на один давай поиграем за Джокере. О, Джокер против Джокера? Слушай, реально? Ну смотри, кто кого сейчас делает. Тихо. А, пролетел чувак, да? Минку оставил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все. Он прям поехал по напалму, да? Есть. Готов. Сундучок давайте открывать. Смотрим, что в сундучке. А в сундучке у нас улучшение на Атласа. Угу. Спасибо. Атлас нам нужен. Атласом мы еще поиграем. Как бы я еще не особо Атласом не играл. Так. Погосинс. Погосинс какой-то. Чувак, ладно, сейчас подожди. На тебе, на. Ё-моё. Ага, можно через картинку тоже на меня поставить, правильно? Какого-нибудь танкиста. Почему это раньше не делал? О, ремкомплектик, ремкомплектик. А чё ж ты не воспользовался-то, а? Ремкомплектом?
Давайте выберем какой-нибудь другой танк. Давай выберем Титан. Чем бы и нет. Титан у меня полностью прокачанный. Вон, да-да-да-да-да. И давайте. Раз, два. Сейчас он на мою пульку подойдет, к моей пульке. О, вот удары получает. О, отлично. Есть. Да, бедолашка не дошел. Не дошел. Немножко совсем. Что ж, поехали. А что здесь усилить можно? Так, ну этим я ничего не пользуюсь, только ВМ-комплект у меня в основном. Так, жнец. Хорош. Жнец такой опасный тип. Ну, сейчас пробуем правого жнеца уничтожать. Опа, получил. Да, он достаточно-таки быстрый, жнец. На. Есть. Ну, у меня и патроны, у меня пульки так какие мощные, конечно. Открываем сундучок, посмотрим, что там. Ох ты, два самоцвета. Спасибо. Два самоцвета дали. Ладно, отправляемся дальше в бой. Ух ты! Дружище. О, идет уже, идет. Слышишь? Он будет медленно идти, поэтому мы его сможем еще пострелять в него. Не знаю. О, вот уже близко. Бедолашка не дошел. 2 метра. Так, ну что, давайте возьмем кобру. А, коброчкой поедем. Давно я не играл за кобру. Очень давно. Это такой средний танк, небольшой. Опа, смотри. Да, мы его еще не прокачали, кстати. Поэтому он не особо сильный. Ух ты, на, держи, получай. Все. Я хочу коброй. Ух ты, нифига, я его стрелял. Хочу кобру сделать, купить новую расцветку. Сейчас немножко, я надеюсь, подзаработаем денежек. Опля. 2000 стоит расцветка. Но еще бы улучшить не мешало бы кобру. Там улучшение 800, кажется, стоит. На. Получай еще ударчик. Вот. Сейчас посмотрим, сколько мы сейчас заработаем. 1450. Ну, мне так. Ага. Вот и босс, лазерная пасть. Нифига себе. Да, сейчас посмотрим. Получится у меня коброй убить его или нет. О, нифига у меня. Ракетки стреляют слабо. О, хорошо, у меня есть время его уничтожить. Давай, едь сюда. Еще чуть-чуть. Давай, 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 давай. Я тебе даю фору. На! Все, уничтожили мы этого босса. Кобра все-таки получилась у нас. Коброчка. Хорошая, хорошая коброчка. Так, а ну-ка, если я не буду брать ремкомплект. Немножко Он там еще лежит у меня, да, нормально все. Не, давай возьмем все-таки. Я думал, знаешь, как сделаю. А, вступлю в бой. Получу урон. И еще воспользуюсь ремкомплектом. Да, никого нету, смотри. Не, смотри, я слышу. Едет. Вот, летит. Готов. И еще летят они, да? О! На! Все, больше не будет. Теперь едем вперед. Здесь можно приостановиться нам. Оп, и отсюда будем стрелять. Так, две ложки. Третья даже, смотри. На всякий случай еще раз стрельнем. Ох-ох-ох-ох-ох, тихо. На! Есть. Урончик. Вроде никого больше нету. О, летят. Ах ты, ё-моё, с одного удара не справился, да? На раз, два, три, четыре, готов. Ох ты, танки пошли. Давайте на танки кинем. Бомбочки. Все. А, этот еще остался живой, да?
Еще и перевернулся. Фига себе. Новости. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Так, ты чё, нате? Давай, едь сюда. Готов. И тоже. Скоро будет босс. Скоро-скоро будет босс у нас. Ух ты, на. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, жарить начинает. Начинает жарить. Кобрачка, кобрачка. Давай, 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 давай. Все, уничтожили мы врагов. Мне нравится, что кобра достаточно-таки быстрый танк. Ух ты, вы еще назад стреляете? Ну ладно, сейчас подождем. Давай, иди сюда. Опа! Готов. А, вот и босс. Босс-армада. Ага. Так, давай. Против кобрачки ты решил, да? О, получает урон. Как хорошо. Замечательно. Замечательно. Есть. Убили. Давайте заберем теперь. Арем комплектик. Тихо, 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 тихо. О, thank you. Спасибо. Ух ты, пошли танки, 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 танки. Есть. Урончик. Так, давайте ракетки бросим. О! Ракетки меня спасли. Замечательно, они меня спасли. Так, опа, готов. Все, уничтожили. Сейчас здесь станем, подождем. Вот я слышу, как летит. Одного щелкнули. А, тут один был только что. Да, походу один был. Опа, мимо. Немножко мы его не дожарили. Опа, есть один, второй. Да, слабенький еще пока у нас. Кобрачка слабенькая. Все, справились со всеми. Поехали дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, куда же я заехал? Сейчас меня нахлобучат здесь. Бедный танк. Бедный танк. Как же мне тебя жалко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, здоровья уже нету. Нету здоровья, уничтожили меня. Сколько вообще я монеток заработал-то? А, 400. Практически 400 монеток.